Сегодня у нас 11 октября 2023 года. Сорт яблони под названием амброзия. Это североамериканский сорт. В наших условиях хорошо себя показывает. Вот видим плоды такой конической формы, листоканчатой формы, с ярким румянцем, средней величины. Сорт очень урожайный, зимостойкий. Болезнь поражается в средней степени. Это дерево. Вот подвой тут. ММ-106. Здесь очень бедные почвы. Дерево ежегодно загружается вот так урожаем. Стараемся его нормировать, чтобы и был прирост. Прирост есть. В отношении болезней на разных подвоях, в разных испытательных участках он по-разному себя показывает. Где больше поражается болезнями? В этом участке он не поражается болезнями. Хорошо тут адаптирован. На более мощных подвоях есть небольшое поражение паршой. Здесь на среднерусном подвое поражения нет. Плоды вот такой конической формы, красивые. Мякоть у них хрустящая, сочная, с карамельным привкусом. Такой изысканно пряный вкуса, неповторимым ароматом. Плоды зимнего срока созревания хранятся хорошо до Нового года, февраля-марта. В зависимости от условий хранения. Чем лучше у вас условия хранения, тем лучше будут храниться плоды. Отличный сорт. Как для домашнего садоводства, так и для товарного производства плодов. Сорт яблони амброзия. Черкасская область.